Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко решили полететь в свадебное путешествие во Францию. Олеся не может простить Вальтеру измену с Лизой. Однако у девушки появилась идея, и вскоре она воплотит ее в жизнь. Бывший участник Илья Ебаров сменил амплуа. Теперь мужчина подрабатывает водителем на съемочной площадке «Дома-2». На Сейшелах Валерия Фрост снялась топлес для журнала «Дом-2». В сети активно обсуждают новый нос Лилии Читрару. Поклонникам совершенно не нравится результат. Многие пишут, что нос Лилии теперь стал похож на пятачок, как у поросенка. Читрару это очень злит, и она открыто послала недоброжелателей на 3 буквы. Майя Донцова опубликовала откровенные фото в своем инстаграме. Поклонники уже успели осудить девушку за пошлые фото. Интересная новость сайта Шлок. В сети появились слухи о возвращении на Дом-2 Анастасии Лисовой и Марии Бухун. Правда, девушки вернулись не в статусе участниц. Станислав Дегтяренко не хотел покидать остров любви и до последнего надеялся, что к нему на Сейшелы пришлют Владу, девушку, в которую он влюблен. Но ведущие решили, что хватит ему уже греть свою 5-ю точку в тропиках, и отправили парня на поляну. Теперь у Стаса появился шанс доказать, что на Дом-2 он действительно пришел за любовью. Влада ему действительно нравится, и они смогут построить красивые отношения на проекте, даже несмотря на то, что все начиналось с вранья. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.